буквально на следующей неделе, 17 мая, в Уфе пройдет третий турнир «Уфа Атлет». Это ожидаемый турнир всеми любителями железного вида спорта и любителями, поклонниками фитнеса. В рамках этого турнира мы ожидаем нашего специального гостя Андрея Скоромного, многократного чемпиона России по бодибилдингу. В рамках турнира 16 мая Андрей Скоромный проведет свой семинар, где он расскажет молодым спортсменам, как необходимо готовиться к соревнованиям, о всех циклах подготовки, межсезонному, подводному периоду, как правильно скорректировать свое питание во время подготовки. Ну и, конечно же, те самые азы, которые интересуют всех новичков именно по позированию, по составлению произвольной программы и некоторые нюансы и тонкости, которые многие атлеты не знают, а он уже как опытный спортсмен сможет это легко и доступно рассказать. И мало того, у вас еще будет уникальная возможность лично, персонально задать свой интересующий вопрос Андрею Скоромному. Я думаю, что данный семинар, в принципе, будет интересен не только людям, которые занимаются профессиональным бодибилдингом, но и тем новичкам, которые только что занялись фитнесом и думают выступать на соревнованиях по бодибилдингу, ну а также всем любителям фитнеса. Очень здорово, что в нашем городе так часто стали появляться именно именитые спортсмены. По инициативе нашего башкирского спортсмена Павла Боева состоится этот семинар. Всю контактную информацию вы можете увидеть на экране, а также в нашей группе «Уфа Атлет». Город Уфа, всем привет! 16 мая я проведу у вас в городе свой семинар, поэтому все желающие, приходите. Увидимся 16 мая. Друзья, у вас есть уникальная возможность побывать на этом семинаре. И ждем всех, кому близок фитнес, бодибилдинг и просто здоровый образ жизни.